Всем привет, дорогие друзья! С вами Николай Лоско. Сегодня я приехал в лес, 12 августа, посмотреть немножко грибочков. Зашел вот тут. Стоит интересненькая такая вот кучка, похожая на опята формой, но цвет какие-то серые, бледные. Интересные грибочки. Кто знает, как они называются, расскажите, пожалуйста. Может быть, это съедобные грибы? Так, а тут что у нас? А тут у нас... Подберезовик. Хороший подберезовик. Корзинку. Начало есть. Так, а вот тут у нас, по-моему, серушка. Да, вот такая серушка. Говорят, гриб очень хороший. Ну, я тоже их ел. Сам я их не беру. Почему-то. Не знаю почему. Но есть ел. А вы берете серушки? Напишите в комментариях, друзья. Так. Тут у нас что? Да, это, по-моему, груздочек. Да, маленький такой груздок. Угу. Уже пошли грузди. Хорошо, будем искать дальше. Так, сыроежечка. Так. Красавчик. Корзинку. Смотрим внимательно. Грибочки маленькие. Так, вот тут еще что-то. Угу. Тут у нас подберезовик. Вот такой хороший подберезовик. Тоже в корзинку. Идем дальше. Красивая какая полянка.
Ну, грибочков не видно в этом месте. Так, а это тут у нас что? Угу. Сухой грусть. Я их тоже не беру. Где-то их берут. Мы берем только натуральные грузди. Так, а тут что? А тут у нас подберезовик. Вот такой маленький грибочек. Хороший. Полезай в корзинку. Идем дальше. Так, а тут у нас что? Ага. Ну, это несъедобные грибы. Хотя не знаю, возможно, может быть, они и съедобные. Мы их не берем. Сверху похожи на подберезовики. Ну, тут какой огромный гриб. Всем привет, дорогие друзья. С вами Николай Лысков. Сегодня я хотел бы вам рассказать о возможности, упускать которую было бы просто неразумно. И сейчас вы узнаете об этой возможности. Вы можете зарабатывать легко, легально и комфортно столько, сколько вы хотите, делая простые действия, которые затратят у вас всего 20 минут один раз в месяц. Давайте я немножко подробнее вам расскажу, что это за возможность. Если она вас заинтересует, внизу в описании под этим видео будут мои контакты. Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом. И я уже более детально вам все расскажу и покажу. После регистрации вы получите в свое распоряжение абсолютно бесплатно интернет-магазин с продуктом. Но вам не нужно никому ничего продавать, никому ничего посылать. Я вам расскажу, как его настроить. Займет это у вас совсем немного времени, вы его настраиваете, и он начинает работать. Вы занимаетесь тем, чем вы хотите. Я вот, например, люблю рыбачить, ходить в лес, собирать грибы. Но в это время мой интернет-магазин работает на меня и приносит мне постоянно растущую прибыль. Моя задача один раз в месяц зайти на сайт компании, в свой личный интернет-магазин, купить себе из заработанных денег немного продукта и вывести заработок себе на пластиковую карту. Это занимает, ну, 20-25 минут один раз в месяц. Остальное время вы занимаетесь чем вы хотите. Повторюсь, вы можете отдыхать, путешествовать, работать, если у вас есть какая-то работа. В это время будет работать ваш один раз настроенный интернет-магазин и постоянно приносить вам растущую прибыль, заработок. Вам достаточно, ну вот я говорю всем своим партнерам, и от вас я тоже не буду скрывать, вам достаточно выполнить условия компании. Компания платит нам за товарооборот продукта уже в вашем личном интернет-магазине. Как создать этот товарооборот? Все просто. Находите как минимум 3 человек, которым нужны деньги, легко, легально и комфортно. Заработок не ограничен. Зарабатывать может абсолютно любой.
Все, нашли таких трех человек, они повторяют ваши действия. Находят тоже как минимум три, настраивают уже свой интернет-магазин под себя. Ну, я расскажу и покажу, как его настроить, это несложно. Справится абсолютно любой. И все, один раз в месяц вы берете продукт, ваши партнеры вас повторяют, тоже берут продукт. И ваш интернет-магазин, он работает, когда вы спите, когда вы чем-то занимаетесь, когда вы путешествуете. Ну вот, повторюсь, я люблю быть на природе, рыбалка, грибы, с камерой гулять. Но в это время мой интернет-магазин приносит мне прибыль. Это так здорово. И вы не паритесь, вы не думаете о том, где взять деньги. Ну и к тому же продукт здесь уникальный. Я покажу вам и расскажу, что это за продукт. Уже в личной беседе. Присоединяйтесь, и вы будете приятно удивлены. Прошу прощения за качество видео. Ну, комарики достают, я в лесу. Смотрите, сколько тут ягод. Черника. Итак, дорогие друзья, если вас заинтересовала эта возможность, свяжитесь со мной любым удобным для вас способом. Ну, я уже более детально вам расскажу все, если вам вдруг что-то осталось еще непонятно. Если вы сомневаетесь. Здесь вы ничем не рискуете, здесь нет риска потери денег. Вы помогаете компании делать товарооборот, компания делится с вами прибылью. Это все очень просто. Товарооборот создать я уже сказал вам, как можно. Есть и другие варианты, их огромное множество. Не обязательно это делать так, как это делаю я, но это самый простой способ. То есть вы не тратите свое время. Да, многие говорят, ну у меня нет времени, мне не люблю там сидеть в интернете. Ну вот вам такой вариант. Зашли, зарегистрировались, получили свой интернет-магазин. Нашли как минимум трех активных партнеров, которые повторят ваши действия, ваши шаги. И все. У вас будет ежемесячный товарооборот, вы взяли немного продукта, ваши партнеры взяли немного продукта, их люди в глубину на несколько уровней тоже взяли продукта, и компания будет вам платить за весь этот товарооборот, всей вашей структуры, на всю глубину, вы будете от всех получать, ну, хороший заработок, очень хороший заработок за такие простые действия, которые у вас займут всего 20 минут один раз в месяц. Остальное время тратьте, куда вы хотите. Любите там где-то работать, работайте на своей основной работе. Любите путешествовать, путешествуйте, тем более у вас будет на что путешествовать. Ну, нужны на что-то деньги, там, на машину, на квартиру, на мебель. Пожалуйста. Вот они, деньги легальные. Забирайте. Ссылочка внизу в описании под этим видео. Связывайтесь со мной любым удобным для вас способом. Я уже более детально вам все расскажу и покажу. Если у вас остались вопросы, пишите, звоните, стучитесь. Удачи вам, друзья мои. Всего вам доброго.